Молодая гвардия «Единой России» выступила с инициативой сделать бесплатный проезд для волонтеров, которые оказывают адресную помощь в период пандемии коронавируса. В рамках работы добровольцы навещают пожилых людей, доставляют продукты и необходимые лекарства, совершают несколько поездок в день и оплачивают их за свой счет. По словам руководителя Московского областного отделения общественной организации МГЕР Александра Толмачева, решение руководства Подмосковья о бесплатном проезде для волонтеров упростит их работу и сделает ее более результативной.